коммунальную катастрофу. Ансамбль «Северная околица» стал обладателем единственного в Коме уникального инструмента – колесной лиры. Ее для коллектива по заказу сделал мастер из Москвы Алексей Палагин. Кстати, в России мало кто может изготовить древний инструмент. Елена Кононова услышала неповторимое звучание. Колесная лира – инструмент капризный, говорит Александр Альхименок. К себе требует особого отношения. Например, если у скрипки канифолью достаточно смазать только смычок, здесь обрабатывать приходится и колесо, и обмотанные ватой струны. Только тогда лира зазвучит. А для чистоты голоса при изготовлении старинного инструмента мастер использует исключительно резонансные деревья. Поэтому создание одной такой лиры занимает почти полгода. Вот, например, палисандр. Индийский палисандр. У нас же он в России не растет, правильно? Его надо заказывать. Вот. Клен тоже там просто же не пошел, в лес рубил. Надо именно заказывать, и дерево не просто. Можно взять, допустим, вот ель, обычно, вроде бы ель резонанса, да, но ее, если взять один слой сделать, то какой-то дефект будет, уже все, уже не годится. Колесная лира впервые появилась тысячи лет назад в Европе. В Россию пришла в 17 веке. Тогда с этим инструментом по городам ходили нищие. Их еще называли калики-перехожие. Они исполняли духовные песни и былины. Правда, тогда лира была настолько большой, что справиться с ней могли лишь два человека. Это потом она уменьшилась в размерах. Новый инструмент «Северной околицы» впервые зазвучал совсем недавно на одной из презентаций. А совсем скоро лиру услышат в музыкально-драматическом спектакле «Маруся». Его поставили по мотивам произведения Марины Цветаевой «Молодец». Так вот, там есть один момент, на который я очень долго не могла придумать, какое бы туда добавить звучание, потому что совсем в тишине нет того напряжения, которое хотелось бы передать. Какая-то музыка, наоборот, сбивает от смысла текста, на самом деле очень серьезный момент. Но так, когда появилась колесная лира, и когда Саша впервые на ней заиграл, меня просто осенило. Именно ее и не хватало для этого момента. По словам Анастасии Есевой, с появлением колесной лиры репертуар ансамбля зазвучал по-новому. Специфический звук, напоминающий волынку, придает произведениям особый настрой. Убедиться в этом сыктывкарцы смогут 22-29 апреля на премьере спектакля «Маруся». Елена Кононова, Иван Богомолов, телеканал «Юрган».